сегодня в Вейк-парке на Алёна Вейк-парке. Обстановка по кайфу. Йо-йо-йо-йо, вот это туса. Так, сиськи. Оператор снимает. Разговаривает с человеком, не сиськи считай. Как ваши дела, как проводится время? Нормально все, нормально. Где прошлый купальник? Вот кому по-настоящему весело сегодня. Еее, туса, пати хард, камо. Отъебись, я уже. Починка, танцуй. Что-то интересное? Нет. Смотри, давай, что там упало? И что это? Это наклейка? Да. Вы из-за наклейки-то? Парковская наклейка. Это грех, как хлеб просто. Что ты говорил? Вот кому по-настоящему по кайфу вообще. Просто чил. Что надо сделать, чтобы полежать здесь? Засмущался кровь. Давай. Смотри, чем я. Нихуя себе! Вот это да! Вот это тренировал. Здравствуйте. Здрасте, как дела? Мы ведем прямой репортаж с деревни Каракуль. Каракуль? Деревня Каракуль, окей. Деревня Каракуль. Село, да? Село. Как покаталась? Каталась? Я еще не каталась. Готова? Моя очередь. Ты потренировалась? Да. Я снимаю! Давай. О! Вот это дунуло! Ого! С такой-то жопой. На повороте ногу не поворачивай, тебя само развернет. Ты присядь, и тебя вместе с доской из воды вытащит, если будет недостаточно. Когда поворачивать начнет тебя? Типа умею. Диванный критик. Эксперт. Давай, диванный эксперт. Мы верим в тебя. Давай, кати отсюда. Камила. Такси. Ушла в закат. Давай, уходи, уходи, туда, давай, на пятки, сильнее. Присядь. Уходи. Сразу вправо уходи, как встало. Присядь немного, присядь. Руки зачем вытянула обратно? Зачем руки вот так вытянула? Давай еще раз. Присядь. Ну почти. Руки-то не отпускай. Да когда обратно тянуть начинает, ты просто присядь на доску. Промахнулась. Ебучие кувшинки. Кушай. Ненавижу водоросли. Что, как ваши ощущения? Здорово, я бы, конечно, еще покаталась, это безусловно. Ну, может, чуть попозже повторить. Не сегодня, я завтра уезжаю. Только в Казани теперь приеду. На Лебяжьем. А там жестче, чем здесь. Почему? Скоростной режим вот, другой. Почти, да. Давай, здесь плавно тебе прав. Скорость увеличивают, а там типа сразу... Не, вообще первый раз все болело. А зачем так они делают? Ну, у них вот такое устройство. Дай мне на задний пятку, дай, и вот так едет. А это его может топить, нахрен, сразу. А, это топить, что ли? Это топить, он мне бабок должен. Да ладно! Воскресенье, куча народу в вейк-парке. Привет! Ну дай пятюню. Давай сальтуху. Кого? Сальтуху назад. Да, вперед. Ладно, давай вперед. Давай, ты станешь известным. Я не умею, я не помню. Аккуратно, друг. О, господи. Назад или вперед? Как делается это? Вот смотри. Хоп. И все. Давай ты теперь. Сейчас пройди, надо муча прошла. Так, давай. Нет, ну давай. Вот туда.
Там мы поменяемся местами, там давай. Водоросли? Везде водоросли. Нет. Давай, Саша, Саша. Грязно. Вот нечего нырять. Айнур, расскажите нам, что с вами произошло. Мне на работе сказали, что нужны изменения. Ага. И самые дешевые изменения были это вот все. Надолго? Мы решили не менять интерьер заведения, просто будем каждые полгода менять ведущего. Толстеть, худеть, брить там и, в общем, вы же меня все равно любите. Конечно. Нет. Ну что, как настрой? Что-то грустный настрой. Нельзя катать с грустным настроем. Ну мы будем убивать этот настрой. Что покажем? Рейли? Покажем эффектное падение в воду. Первым делом нужно научиться падать в воду. Как надо падать в воду? Чу. Вот так. Чу. Ого! Круто! Ты не снимал, наверное, да? Че не снимал? Или снимал? Снимал. Все, отлично. Тебя нет. Когда? Люблю тебя. Так, no homo. Надо говорить. Сальтуху делай. Я даже, кстати, голову не умею. Зачем его знать? Бичстарт, ничего себе. Я тоже так когда-нибудь научусь и буду прыгать. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna fight till I can no more. Это неинтересно, ребят. Это ваша дача? Ранчо, ранчо ваш. Ранчо. А где коровы? Коровы? Вон же бегают, вон там. Тебе тяжело, потому что у тебя нет прыжка. Это наш мешок, который не может научиться бить старта. Который доску сейчас портит еще. Я сегодня вместо корреспондента. Всем привет! Йо-йо-йо-йо-йо! Привет, друзьяшки! Сегодня мы проведем опрос, кто у нас круче всех прыгает бичстар. Элли! Бичстар? Да, давайте посмотрим, как это делает Элли. Давай! Ну покупай не ленточную. Вот это хлопотик был! Элина, давай, ты сможешь. Ноги под себя, и все, и присядь. Все, давай, не болтай, прыгай уже. Ноги согни, руки согни. Поехали! Что еще делать? Рыбку ловить. Уверен, что там есть? Я прям чувствую. Мы сейчас сама поймаем. Или кита. А нет, это я дернул все. Опарыш. Это опарыш. Да ничего. Мы ничего. Чуть ухо не прокололи. Чуть пирсинг тебе нет. Артур, ты благословляешь рыбок? Блин, там мелкотня играет, походу. Блять, ну ёбаный паштет. Ты паштет, конечно. Тебя в натуре с собой брать надо было. Короче, мы сменили место дислокации. Здесь, говорят, есть очень много рыбы. Да хуя рыбы, пиздец, бля. Сейчас мы это и проверим. Он уже ведет, видишь? Блин. Почти как моя ляжка была. Что за рыба, непонятно. Ну, походу, русалка, блядь. Так, как вы думаете, почему не клюет? Можете потанцевать, чтобы у нас что-нибудь... Ну, натуре, вот сюда вставай. Клевало. Да, точно. Типа ты как русалка. Амазонка. Вот эту обмотай. Вокруг. Зубами буду ловить. Да, да. Ты как вот сюда встаешь, рыбу видишь, такой... Да вырубай, ты так долго снимать будешь. Встретимся в следующей серии. Check it out.